trust. I know it's hard to believe this is us. Talk about hate. Talk about distrust. Tell me every time this has to be discussed. Go tell your mother and your father too. Go tell your brothers who think your sister knew. Всем привет, с вами снова я, Артём, и мы продолжаем проходить Dark Souls Part 2 Edition. Это у нас будет, скорее всего, уже последняя часть. Давайте-ка мы сейчас портанемся в Анерлонда, и там поговорим с Хранительницей Огня. В этой части мы, в общем-то, последние все локации, соответственно, посетим. Ты мне что-нибудь скажешь? So you have received a revelation. Very auspicious. I hope for the best. I pray that through you, her wish will be granted. Have you heard of Seath the Scaleless? In legend, he turned against the ancient dragons. He became Lord Gwyn's confidant, was granted dukedom, and was allowed to pursue his research. At the Regal Archives, he immersed himself in research on scales of immortality. The one thing that he did not have. But his very research drove him mad. The archives became a dungeon, a place for sinister experiments. Now, nobody dares even approach the Duke's forbidden archives. It looms over this land, high atop the mountain. But I should warn against even an approach. If you require rest, now is the time. That is, after all, what the bonfire is for. Ну, она повторяется. Сейчас мы протанемся в башню принцессы, потому что там у нас сейчас будет одна заставочка, очень даже интересная. Все дело в том, что если атаковать Гвиневер, то будет у нас, в общем-то, вот что. Давайте мы сейчас так хедшот. Во-первых, она у нас умирает с одной стрелы. И во-вторых... И во-вторых, у нас появляется новая локация под названием Темный Анерлонда, как я его очень люблю называть. А в этой локации у нас отсутствуют рыцари, соответственно. Серебряные. И плюс еще много какие типа врагов. Ну и здесь у нас нас встречает, в общем-то. Еще, как видите, этих роботов огроменных нету. Ну, точнее, не роботов, а этих рыцарей, которые здесь у нас двое стояли. Ну, так они, конечно, для меня вообще угрозы не представляют особой. И это, кстати, локация для ПВПшников очень даже хороша, потому что в Темном Анерлонде к вам могут вторгаться, соответственно, ПВПшеры. И в локации у нас, по-моему, теперь даже врагов вообще нету, как видите. То есть у нас даже эти химеры пропали, у нас пропали эти рыцари большие, у нас пропали серебряные рыцари. И вот такие вот дела. Так, ты вообще кто такой? А, ты у нас это хранительница огня. Как
Да вот смею, не поверишь. Не надо меня обманывать. И это у нас была хранительница огня. Собственно говоря, с нее мы получаем душу. Ее. И давайте мы сейчас про нее почитаем. Душа женщины, рыцаря темной луны, хранительница огня Ванерлонда. За тонкой оболочкой души хранительницы огня корчится и извивает сырой человечности. Она скрывается ужасный вид за латунными доспехами. И, по сути, сейчас у нас будет босс Гвиндолин. То есть мы его уже открыли, но если вы убили, соответственно, Гвиневер, то он у вас и так, по сути, тоже сам открывается. Потому что он тут один-единственный остается. Интересен тот факт, что после его убийства, если у вас есть чудо-клинок темной луны, то вы его не сможете использовать. Ну, в смысле, вы его не можете использовать, когда вы не в ковенанте клинки темной луны, соответственно. Даже вот так вот. А не только когда вы, в общем-то, убили Гвиндолина. Из него тоже две вещи, в общем-то, куются. Это посох один и лук. Лук темной луны. First thou offendest the godmother, and now thou see fit to trample upon the tomb of the great lord. I am the dark sun, Gwyndolin. Let the atonement for thy felonies commence. И по сути это один из самых простейших вообще боссов в игре, которые есть. На него желательно надеть кольцо Клоренти и травяной щит. И вот, в общем-то, вот это кольцо из темного дерева. Потому что за ним нужно постоянно бежать. У него только три, как бы, типа атаки. Это, во-первых, его стрелы. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Во-первых, его стрелы, во-вторых, вот такой вот один большой шарик. И такие вот маленькие шарики. От них, в общем-то, можно за колоннами укрыться. Ну вот видите, да, сколько я ему снимаю. Можно даже напрямую так идти на него прям. Вот, от стрел, естественно, спасают зигзагообразные вот такие вот... перебежки. И вот так вот он у нас, в общем-то, просто убивается. Один из самых простых боссов вообще в игре. Это говорю как бы без приколов, без никаких. Получаем мы с него душу Гвиндолина. Душа Гвиндолина Темного Солнца, стража Анарлонда. У особенных существ особенные души. Душа последнего ребенка Гвина позволяет получить огромное количество душ или создать уникальное оружие. Ее, кстати, вот выгоднее всего скормить Фрампту, потому что Фрампт за нее больше душ дает, нежели чем если вы просто ее как бы сами используете. Здесь мы получаем чудо-клинок света и... латунный сет. Латунный сет он у нас, в общем-то... Латунный сет. Ты где? Шлем принцессы Темной Луны, хранительница огня Ванерлонда. После превращения в нежить она отправилась к Гвиндолину Темному Солнцу, в спиральный мавзолей, стала клинком Темной Луны и взяла на себя охрану огня. Она получила этот шлем, скрывающий ее жуткий облик и помогающий выслеживать виновных. Ну и тут, по сути, то же самое, как бы.
Заклинание. Теперь читаем. Это чудо использовал первенец повелителя Гвина, усиливает оружие лучами солнца. Сила света, которая заключена в молниях, очень эффективна против драконов. Когда старший сын был лишен божественного статуса, он заставил эти письмена на гробу отца, возможно, знак прощания. Он оставил. Он не заставил, а оставил. Да. И сейчас мы давайте-ка пойдем в нарисованный мир. Потому что там у нас последний босс остался в игре. А еще как бы более подробно про Гвиндолина, что можно рассказать. Его убийство считается грехом. А грехи, в общем-то, смываются все Освальда, кроме, в общем-то, вот таких вот. То есть убийство Гвиндолина — это, по сути, несмываемый грех. И он как бы останется с вами до НГ+. То есть когда вы уже перейдете на следующий НГ, соответственно... Так, а вот стражи картины, по-моему, здесь остались в темном Анорлонде, нет? Да, смотрите-ка, остались. То есть, это значит, что только они иллюзии не были, получается. Что, по сути, вы получаете такого плохого за грехи? Вы получаете иногда ПВП. Как бы к вам могут тогда вторгаться клинки темной луны и пытаться вас убить. Ну и сейчас мы опять же заходим в нашу картину. Только теперь у нас темный Анорлондо. Даже он так прикольнее выглядит, по-моему. Это, кстати, на превьюшку пойдет. Нарисованный мир Ариамис. Давайте сейчас у костерка сядем. Вот у этого. А, усилимся. Да нет, не будем усиляться. Мы усилим оружие. Себе нам же надо лук свой прокачать. До плюс 15. Лук плюс 14 и лук плюс 15. Так, хорошо. И здесь у нас, по сути, находится босс, которому довольно сложно отрубить его хвост. Кстати, это, по-моему, самый сложный противник с хвостом, которому его надо отрубить, собственно говоря, чтобы получить ачивку «Собрать все оружие», как мне кажется, потому что, вот, например, у Сита, у него, как бы он, во-первых, у него не такой короткий, как у данного босса. Это молодец был бы, что если бы упал. Но нет. Все-таки. Ну ладно. В общем, до присыла мы дошли. Давайте сейчас полечимся. Давайте сейчас мы поставим себе кровавый щит. И давайте поставим себе пару лузын. Почему бы нет? Нет, хотя. Не, без пару лузына пока что. И вот, то есть, видите, да? Он у нее очень короткий хвостик.
И она, как видите, может становиться невидимой. Тоже это ее такая фишка. Только вот то, что она сейчас именно конкретно невидимая, это не особо, как вы понимаете, камильфо. Потому что мне надо ее хвост отрубить. По-моему, сделать ее видимой здесь не так уж прям, чтобы просто, если честно. Даже сейчас боюсь ее убить. Таким вот образом, если честно. Так, а спиромантия? А спиромантии у меня нету ничего же, да? Получается, у меня только что? У меня только... Огненная буря. Большой огненный шар хаоса. Кстати, можно мне большой огненный шар хаос сейчас заюзать? Попробовать. А, потому что... Да, вот как раз-таки, да, мы сейчас тут умерли. И получается, мы сейчас можем одеть корону зари на себя. Правильно? Правильно. Что мы сейчас и сделаем. Оденем на себя корону зари, во-первых. Во-вторых, мы оденем на себя кольцо... которая дает нам дополнительный слот. А, ну вот такой вот пускай будет. Нет, не то. Кольцо темной луны. Хотя бы. И кольцо... белое кольцо духов? Да. Вот так будет нормально. Изменить заклинание и ставим сюда... большой огненный шар хаоса. Давайте сейчас посмотрим, что у нас будет. А, что я тем самым добился? Я добился тем самым того, что у меня как бы более-менее такая мощная пиромантия. И плюс ко всему у меня довольно сильное ее заклинание стоит вот именно сейчас. Это большой огненный шар хаоса. Давайте сейчас будем смотреть, что из этого будет. Потому что, по сути, Эйнвиз должен сшибиться вообще сразу. Когда я, то есть, ну, соответственно, в нее попаду. Прилетает-то как, а? Ох, как прилетает-то, а как? От стрелков-то наших. Во, хорошо. Так. Давай. О, отрубили. Ну и теперь можно ее саму рубить. Добивать. Самый сложный противник, опять же, повторюсь, с хвостом. Из него мы получаем... из этого хвоста, собственно говоря, мы получаем кинжал Присциллы.
Этот меч из числа редкого драконьего оружия, изготовленный с хвоста присцила полукровки из нарисованного мира Риамиса. Он может отнять жизни и кружит вокруг воина, напоминая страж живописцев в белых одеждах. И ее душа... В общем-то, ее душа... Это, кстати, тоже одна из душ, за которую вы можете получить больше душ, скормив ее Фрампту. У особенных существ особенные души. Душа этой девушки-полукровки, противоположности всего живого, позволяет получить огромное количество душ или создать уникальное оружие. Душа присыла полукровки, заточенной в нарисованном мире Риамиса. И да, ее убийство тоже считается грехом. И тоже, кстати, несмываемым. То есть, по сути, от этого можно вылечиться, только перейдя на НГ+. От этого греха, скажем так. Давайте сейчас тут косточку используем. Потому что зачем же мы их покупали-то? И нет границы огня. Разжечь костер мы не можем. Ну ладно. В общем, сейчас мы, значит, тогда побежим в крепость Сена и оттуда портанемся. Нужно будет еще прокачать Эсус наш. Кстати. Можно еще, на самом деле, убить прекрасную госпожу. Ну, точнее, ну да, в смысле, прекрасную госпожу. Это дочь Хаоса. И у нее тоже взять душу. А давайте так и сделаем. Давайте так и сделаем, потому что мы когда пойдем на НГ+, там нам две души тогда нужно будет. Их довольно легко как бы получить в самом начале игры будет. А максимум у, в общем-то, эстусов это эстусы плюс 7. То есть, соответственно, нам нужно 7 душ хранилица огня. Их, по сути, 7 душ хранилица огня есть в игре. Но только проблема в том, что если вы получите 7-ю душу хранительца огня, тогда вы ни у кого эстус не сможете из них прокачать. Вот такая вот фишка. То есть вам все равно нужно будет на НГ+ идти. И там уже получать... Ну, не знаю, получать, не получать. Но доходить до хранительца огня какой-нибудь из... Ну, естественно, это будет, скорее всего, хранительца огня в храме огня. А сейчас мы давайте как дочери Хаоса, там мы ее вольнем и прокачаем наши эстусы до плюс 5. Конечно, ей очень жалко, но как-то, знаете ли... Конечно, не очень такая печальная история, я это сам понимаю, но как-то я хочу себе эстусы, побольше эстусов. Ну, в смысле, не побольше эстусов, а чтобы они меня хилели так посильнее. Теперь храм огня, и теперь я вам еще кое-что там покажу. Это именно наш дом на Лозены. Он у нас переехал туда, в храм огня, соответственно. И теперь он у нас находится здесь. Где он у нас находится, сейчас я вам покажу. Давай сейчас тут костерка сядем, чтобы тут уже респауниться. Потому что оттуда, где он сидит, лучше всего все же косточка, я думаю, будет протонуться. Вот сидит он у нас вот там, вот видите, да, под мостом. И у него, кстати, можно купить отмычку. Это у нас, если что, то последний дар. И плюс ко всему он продает броню боссов. Поэтому ее описание мы сейчас тоже с вами почитаем.
Как минимум то, которое у нас пока что есть непосредственно. Aisha mine. I didn't expect to meet anybody here. I suppose great minds think alike, eh? I'm afraid I don't see anything here. Золотая смола, бездонная шкатулка, отмычка. Ну, она у меня есть, поэтому как бы я ее еще раз взять не могу. Стоит, как видите, не особо дорого. То есть 5000 душ для конца игры это... И плюс ко всему она у него появляется, по сути, тогда, когда вы позвонили в оба колокола, то есть в колоколы пробуждения. И тогда она вообще как бы теряет свой смысл, потому что дальше от всех дверей есть ключи, и они, по сути, отмычки не открываются. Так вам, на будущее. И, в общем-то, броня боссов. Броня голема. Броня Арштейна. Сет Темной Луны. Непосредственно. Броня Арториаса. И, по сути, все. Well, that is a shame then. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Not every trade was meant to be. There'll be more in store for us. Someday. Sometime. No, no. I'm fine. I'm fine. Well and wide awake. Don't treat me like an old withering snake. I am pleased to see you well. Is it something urgent? А, скормить предмет. Душа Гвендолина. Душа Пресцилла. Very well. Then stay still for a moment. И давайте-ка наши последние души сюда поднесем. Наша великая чаша. Последние великие души. И у нас открывается... дверка. Давайте сейчас станем человеком. Потому что я хочу узнать, сможем ли мы призвать Солера. Потому что если мы сможем, то мы выполнили его квест максимально. Чего я, по сути, и хотел. И, по сути, как бы из всех квестов мы провалили только квест Сигварда. Это в смысле Сигмайера. Но это не страшно, все равно у нас будет НГ+. Я опять застрял у костра, отлично. И пойдемте мы, в общем-то, дальше. Значит, мы одеваем себе маску тени и наш, в общем-то, коронный сет. Самый сет желтокожего. Реально, очень мне он так сильно нравится, если честно. Нужно, правда, еще сделать вот так вот. В смысле, не вот так вот, а вот так вот. Поставить тут кольца нормальные. Например, кольцо с шершнем. И кольцо. Я даже не знаю, если честно, какое. Давайте кольцо Клорентик пусть будет. И возьмем себе парирующий кинжал. То, что тут у нас сейчас будут темные рыцари. Вот эти вот. И с них, кстати, можно пофармить обломки титанита.
И если как бы вам надо, то их оружие, соответственно, тоже здесь вылетает. Все с них. И их оружие, оно нужно для ачивки. Непосредственно собрать все оружие. Поэтому это имейте в виду. Ну, и обломки титанит с них, естественно, всегда выпадают. Поэтому это очень такое классное... Опять же, повторюсь, классное место для их фарма. Ох, здравствуйте. Чё-то вы как-то... Вообще не очень, да? Сегодня. Здесь еще находится их армор, их бронь. Сейчас давайте-ка мы тоже про него прочитаем. Шлем черных рыцарей из Лордрана. Они преследовали повелителя Гвина, решившего привнести в мир огонь. Однако новое пламя сожгло их дотла, и теперь они бродят по миру бесплотными духами. Очень у него, кстати, хорошая защита, как ни странно, то от огня. Еще один обломок. И вот, в общем-то, да. Собственно говоря, квест Солера мы выполнили, потому что здесь вот находится его знак. В общем-то, рыцарь Солер. Мы его тут можем призвать, но делать мы этого, естественно, не будем. Да. Отлично. Просто отлично. Ну ладно. В общем-то. Гвина мы, естественно, будем сейчас убивать парированием. Точнее, будем пытаться его убивать парированием. Для этого, на самом деле, лучше всего одеть Сет Хевилла, я думаю. Так, у меня кровь перекат, Мне так неинтересно. Мне нужен вот такой перекат. Вот так нормально. Потому что, почему, по сути, я на него рекомендую очень Хевилла, для тех, кто хочет его парировать? Потому что у Хевилла у него просто очень большой баланс. И вот первый удар Гвина, его, ну, в смысле, как сказать, первый удар Гвина, когда он делает его... в своей быстрой комбе, его очень сложно заблокировать, у меня это в целом никогда даже не получается. Ну, в смысле, получается, но это очень редко. Поэтому, и как бы в арморе Хевилла он как бы вас чуть-чуть станет. Поэтому Хейл на нем это, конечно, просто... Ну, здрасте. Всю ХП почти потерял. Отсюда идти не будешь, нет? Ну, не будешь. Так уж ладно. Вот так вот сразу надо было сделать. По-хорошему.
И давайте мы сейчас посмотрим, что у нас наш лорд Вин может. Ну вот как видите, вот этот его быстрый удар, его очень сложно. Вообще, по сути, как бы заметить. Ну а так, как видите, да, он действительно парируется. Парируется он, кстати, довольно неплохо. Могу вот этот первый увидеть, да? Успеть. Ну все, до свидания. Поупиндривался и хватит. Душа Гвина. Душа Гвина с повелителя света и пепла, который связан с первым пламенем. Повелитель Гвин завещал большую часть силы богам и сгорел дотла ради первого пламени. Однако его душа все равно насыщена мощной энергией. Вот такой вот у нас, в общем-то, последний босс Dark Souls. Ну, что могу сказать, на этом мы прошли Dark Souls, первую часть, но, в общем-то, это еще не конец. У нас еще будет режим «Новая игра плюс». А мы пока что давайте-ка сожжемся. Это у нас одна из двух концовок. Вторая концовка — это приход эры тьмы. А эту концовку мы как бы завершим Dark Souls все же правильно. Если так это можно назвать. Как мне кажется. Ну вот, в общем-то, вот такая вот игра. Ну, что могу сказать? Просто одна из вообще, по-моему, самых крутых игр за последнее время, которые только выходили. Это вот вы только вдумайте, что даже сейчас, вот спустя, не знаю, сколько там, когда она вышла-то уже, в 2012 году, да, на ПК, даже сейчас в нее играет довольно так много народу. То есть вот именно вот смотря как бы то, что когда мы с вами проходили, то мы там...
реально видели там кровавые пятна, там подсказки других игроков. То есть это значит, что люди играют, люди все еще подсказывают как бы друг другу. Это меня лично очень сильно радует. А на этом у нас еще, естественно, не конец. То есть у нас, естественно, еще будет NG+, у нас, естественно, еще будет SL1 No Death Run. Скорее всего, это все это будет на стриме, то есть SL1 No Death Run. Когда это будет, скорее всего, после того, когда мы пройдем NG+, вот за этого персонажа, и все мы там доизучаем, в общем-то, я вам расскажу свое видение лора в этой игре. И дальше мы будем проходить Dark Souls 2. В общем-то, эта игра, ну, как-то вы сами знаете, как я к ней отношусь, как здесь много разных вот этих вот всяких приколюх, финтифлюх, потому что вот просто таких вот игр просто сейчас вот именно нету. И вряд ли когда-то они еще будут. На самом деле, потому что как-то все это упрощается очень сильно. Я даже вот когда смотрел Ваймса, то есть Вайми, он говорил там, по-моему, в одной там из первых своих частей Dark Souls подробно, что как бы вот это вот минус, что игрока как бы ставят задом к тому месту, куда им надо идти. Так это вообще это суть, по сути, Dark Souls, вы понимаете? То есть это, не знаю, ругать какого-то человека, потому что у него такое имя. Вот просто Dark Souls, то он именно вот такой вот. И как бы мне лично это очень нравится. То есть вот то, что, например, как бы тут напрямую абсолютно никогда не говорят, что вот, иди туда, убей этого. И вы как бы сами всегда вольны выбирать, что вы можете и на что вы, по сути, вообще сами по себе способны. И как бы свой маршрут вы тоже, естественно, сами можете себе прокладывать. И вот эти вот все приколюхи, финтифлюхи, это, конечно, круто. Это очень круто. И даже до сих пор я, в общем-то, вот рад тому, что я все же играю в Dark Souls. Потому что такого же вряд ли кто-то еще и сделает, вот кроме From Software. Я вот вам вот так вот скажу. Поэтому игра просто вот идеальная. То есть это правда вот именно вот игра. То есть вот сколько здесь, по сути, заставок за всю игру. Не знаю, там где-то может 10, может там... то есть не знаю, там от 5 до 10. Вот так вот. И как бы, я не знаю, просто мне вот просто нечего сказать, просто вот... Просто можно сказать, что шедевр игровой индустрии. Но на этом, в общем-то, я с вами прощаюсь. Еще встретимся в New Game Plus, соответственно. Там мы с некоторыми новыми персонажами поговорим, плюс еще выполним квест Сигмайера. Потому что у него там еще есть концовка, как я сказал, я не сумел. Потому что я уже довольно давно его не выполнял, я уже забыл там, в общем-то, как надо действовать. Но сейчас-то, в общем-то, я это вспомнил. И сейчас, в общем-то, мы все это с вами на NG+, соответственно, его квест завершим уже до конца. А на этом, в общем-то, всем спасибо. С вами был я, Артём. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, приглашайте друзей. Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер. Всем, ребят, до свидания. Всем пока. И вот тут как раз уже титры подошли под конец. В общем, всем пока.